В городе Баку задержан Ниджат Акберов, известный в криминальном мире под прозвищем Ниджат Линкоранский. Он был арестован в результате проведенной правоохранительными органами операции. Отметим также, что Ниджат Линкоранский обвиняется по статье 234.4.3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики «Незаконное изготовление, производство, приобретение, хранение, перевозка, перевозка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в крупном размере». Напомним, что на днях в Баку произошло вооруженный инцидент. Криминальный авторитет, известный как Ниджат Линкоранский, подвергся нападению. Киллер хотел убить Ниджата, но пули уклонились от цели и попали в случайных людей. А Ниджат смог уклониться от открывшегося ему огня. Позже он находился под контролем правоохранительных органов. В информации также отмечается, что причиной инцидента стала кровная месть. Так, в октябре 2022 года Ниджат в стамбульском поселке Аташихир убил через киллера брата Эмина Нахичеванского Ильнура Гасымова. После этого Эмин решил отомстить и схватил киллера, чтобы уничтожить его. 10 марта убийцы прибыли по адресу, где находился Ниджат, чтобы выполнить приказ, а остальное известно общественности. К сведению, обе стороны были членами клана покойного вора в законе Равшана Линкоранского. Корни вражды между ними восходят к инциденту на открытии ресторана «Оазис» в Стамбуле. По нашим данным, там между двумя авторитетами возникло недовольство. Говорят, что они стреляли друг в друга из оружия. Однако те, кто находился на месте происшествия в то время, не позволили инциденту разрастись. После этого по заказу Ниджата убили Ильнура. А сам Эмин Нахчеванский в настоящее время находится в заключении во Франции. Отметим, что в результате расследования вооруженного инцидента на улице Самеда Вургуна в Баку два человека получили ранения. Пострадавшие Фаган Рагимли, 2002 года рождения, Тамерлан Гусейнов, 1983 года рождения, были доставлены в больницу. В тот же день задержали выходцев из Нахичевана Шахмара Исмаилова, Эльвина Гасымова и Вугара Гулиева. Именно Исмаилов открыл стрельбу по людям возле Бакинского государственного цирка. Эльвин Гасымов, он приходится братом так называемому криминальному авторитету, Эмину Гасымову, который является заказчиком покушения. Бакинский суд приговорил к 4 месяцам ареста Эльвина Гасымова. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.